Жить команда будет в отеле Hyatt Regency, а тренироваться на стадионе «Спутник Спорт». Днем подопечные Адама Навалки прилетели на курорт, а затем разместились на своей базе в отеле. Там для футболистов организовали традиционное приветствие с кубанским колоритом. В отеле их встречали не только официальные лица города, но и казак и казачка с караваем и женский вокальный ансамбль «Люба». Футболисты и менеджмент команды были рады сочинскому гостеприимству. Накануне вечером польские футболисты уже провели первую открытую тренировку. Напомню, Польша сыграет 19 июня в Москве с Сенегалом, 24 июня в Казани с Колумбией и 28 июня в Волгограде с Японией.